Привет, YouTube. Взял новую фототехнику под огромнейшим впечатлением. И сегодня хочу поделиться своим мнением о видеотехнике бюджетной. Маленькое вступление. Я много этого дела проштудировал, рассмотрел. Вот и сделал следующий вывод. Вся видеотехника, в принципе, делится на два класса. То есть профессиональная видеоческая техника, в принципе, для того, чтобы, значит, дома можно было спокойно, без никаких подготовок, взять на скидку, выйти со стола, как говорится, застолья. Вот, и снять обыкновенный просто кадр, без никакой подготовки. Чем я, в принципе, и занимаюсь, и никогда я не был профессионалом. В принципе, от 4 мегапикселей делает, в принципе, нормальные снимки для дома, как в видео, так и в фото. Первое у нас идет телефоны, второе планшеты. Теперь здесь и видео нормально можно снять для дома, как говорится, и фото более-менее нормально тоже можно снять. Вполне нормально смотрится, вполне все четко. Далее идут смартфоны. Более дорогая техника. Смартфон снимает, в принципе, то неплохо. Фотографии, в принципе, отличные. От камеры его вообще не отличит. Вот видео там тоже нормально он снимается, но нет зума. То есть если он есть, то он цифровой и он слишком плохой. Для дома он, в принципе, не нужен. Вот вполне смартфоном нормально, качественно можно снимать видеоклипы, видео и фотографии. В этой линейке затем у нас идут, значит, цифровые зеркальные фотоаппараты, фотокамеры, я извиняюсь. Чем она хороша? Значит, она снимает фото отлично, видео снимает также, в принципе, отлично. Для того, чтобы хорошо получалось видео, необходимо иметь пару объективов хотя бы. Камера зеркальная очень дорогая. Плюс к нему, если покупать объективы, это получается по чисто полцены еще этой камеры. То есть это очень-очень-очень дорогое удовольствие. Но это, конечно, на любителя. Так как я занимаюсь, значит, Ютубом, вот для меня, в принципе, видеокамера — это лучший вариант, который, значит, можно придумать и который, значит, имеется у нас на данный момент. Чем отличаются фотокамеры от видеокамеры? Значит, фотокамеры, несомненно, фотографируют очень хорошо, но видео, значит, у них бюджетные, я имею в виду, нехти какое. Видеокамеры разделяются, значит, на простые и под HD, то есть это высшего качества. В принципе, по качеству они не слишком-то друг от друга и отличаются. Они отличаются единственно тем, что, значит, в HD там формат идет 16:9, то есть он шире. Эрик. Все прошли. Как кадр получился? Не смазан?
Да хочу вечером, как она снимает. Ну что, получилось? Да вроде да, свеча нормально, но что-то как сопливит где-то. Бензин. Так вроде нормально. Начинаем съемку. Ну да. Ну что, не хочешь? Так, что-то с утра плохо. Какого? Вот, блядь. Пошел. Чудеса надо, да?